Приветствую вас. Знаете, мне почему-то показалось, что вы неравнодушны немного к Елене. Вот. Почему-то мне так показалось, потому что, понимаете, штука в чем? Если бы волновала, вот, ну, волновала эта ситуация, эта проблема вашу, например, жену, да, то она бы, в принципе, уже, ну, давно бы решила этот вопрос как-то, вот. Вот она давно бы уже что-то сделала, вот, ну, для того, чтобы как-то ситуацию подкорректировать и как-то ее направить, ну, вот, в более, скажем так, позитивное русло. А вот, так не видится, по крайней мере. А вы спрашиваете, как бы вы, и это, конечно, очень странно. Вот. Ну, на мой взгляд, это странно, потому что получается, вашу жену не волнует, да, как бы эта ситуация в целом, а волнует вас больше. Вот, и вопрос, собственно, он в том и заключается, почему это волнует вас, тогда как волновать должно, ну, в первую очередь волновать должно именно жену вашу, это. То есть это вот такой аспект, на мой взгляд, который необходимо подкорректировать вам, чтобы лучше понимать, откуда растут, например, ноги. Вот. Это первое. Второе. То, что ваша жена оказалась объектом подколов подруг и говорит о том, что подруге важно привлечь к себе внимание. То есть важно обратить на себя внимание. Вопрос заключается, на мой взгляд, только в том, кого. Внимание, кого она хочет на себя обратить. Подруге, может быть, но зачем? Вот. Вас, мне кажется, более вероятным именно этот момент, что вас. Но опять же, да, это мое мнение, мне так показалось из вашего текста, что она к вам неравнодушна, жена. Вот. Ну, в принципе, все. Есть, конечно, вероятность еще того, что ваша жена и подруга, они как бы, ну, постоянно вот так вот друг с другом соревновались по поводу стройности тела и так далее. Вот. Может быть и такой момент. Но, если честно, я не думаю, что такой момент может быть.
То есть вам нужно просто отпустить эту ситуацию, оставить ее, вот, и позволить жене разбираться самой. И это же у вас, как и сказали мои коллеги, есть какое-то отношение к этому, если вы что-то чувствуете, если вы, к примеру, ощущаете что-то, вот, то именно с вашими чувствами уже нужно будет работать. То есть нет ли у вас, например, каких-то проблем с женой, не волнует ли вас, к примеру, самого тот факт, что, что она располнела, например, и так далее. То есть тут опять же лучше обратить внимание именно на себя. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.